И здравствуйте, это канал Максим Адзу и Андрей, с которым мы вновь играем модный летсплей Майнкрафт. 12-я серия, да, уже? 12-я уже, да. Хотя, кстати, интересный факт. На момент того, как мы записываем, вышла на Ютубе только первая. Заранее настругаемся с серией. Да. Я продолжаю плавить камень на крышу. А я вот плавлю камень на то, чтобы сделать а-ля фундамент, а-ля стены. Сколько ля? А-ля. А-ля, блин. Так, у меня заканчивается камень. А мне надо еще сделать лестницы. У меня печки столько не успевают плавить, сколько мне требуется. Ты представляешь, да? Да. Жесть вообще. Хотя поставлю в тех местах, где мне нужнее сейчас будет. Самое важное, это вот эти места построить для начала. Так, ровных. Чтобы 8 лестниц. На строительные леса хватит. Все, потрясающе. Помаленечку камушек плавится. И помаленечку делаются новые ступеньки, из которых будет крыша сделана у нас. Так, ровно не хватило. Ой, я не так делал, господи. Я неправильно ступеньки делал. Кошмар. Сейчас кнопок взял, настрахал, поди. Нет, я что-то по принципу строительства этих блоков начал их делать. Так, у меня 44 ступеньки есть. Пора делать строительные леса. Ура! Этаж. Цокольный этаж готов, в смысле подвал. Цокольный этаж, говоришь. Пол, в смысле. Да. Хотя, я еще вот так хочу сделать. Вот так, вот так, вот так. Красота! Так. 3. Ой, здесь же еще пойдет у меня, точно. Здесь же стена еще будет. Здесь получается 1, 2. Получается сколько? Задумка гениальная, конечно, с такими лесами. Блин, не сходится. 7. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, но мне надо сейчас много дерева будет. Блин! Просчет. Боже. Не люблю просчеты. А кто их любит? Блин. Я просчитался очень грубо. Значит, тогда вот так пока что ставим. Все, красота. Все, красота. Почти что возникло. Все, вот сейчас осталось только стены начать ставить. Чую, лестницы мало будет. Ох, а сколько мне надо их? Это что такое будет? А, это типа леса строительные, ты же говорил, по-моему. Да. Да уж, мощно. Блин, это сейчас надо все из инвентаря здесь разобрать бы. Одна лишняя даже есть. Ну-ка, как это выглядит снаружи? Так, места нет. Впечатляюще, да. Барахло.
Так, ладно, я за темным дубом полетел. Давай, лети. А я начинаю делать крышу. О, вот он, дуб темный есть. Это потрясающе. А мне сейчас много-много-много-много-много дерева надо. Много-много-много-много-много-много-много. И это прекрасно. Капец, я сейчас скоро это... Мне знаешь, что кажется? То у нас скоро здесь тупо пустая лужайка будет везде в округе. Возможно. Так, это не тот. Вот они, темные дубы еще, вот они. Так, чую дверь переставить, потом придется в другое место. Доски надо мне срочно. О, еще дуба выпало мне немножко. Это великолепно, когда дуб есть. А че, у меня не сносится целиком? Так, о, вот это место заткнем, вот, двери, двери в этом месте не будет. Заткнем, нифига ты сказал, конечно. Я второй раз уже фразу эту от тебя слышу. Так, все, ступеньки кончились. Так, я смогу допрыгнуть до них? О, отлично. Смог. Хорошо, что смог. Так, следующий стак хлеба. Но у меня еще осталось 3 стака хлеба. Так, делаем сейчас новые каменные кирпичи. А, оставлю стак буквально древесины, остальное в дерево перегоню. Понадобится. Хотя мне сейчас надо 6 стаков. 5-6, по-моему. Да, 6 стаков. 16 всё, штук, окей. Пока только маловато, надо еще. Я и планировал. Все, место не позволяет в сундуке. О, еще есть темного дуба. Сейчас сюда тогда буду размещать все это дело я. Да. Эти строительные леса потом, возможно, еще в другом месте. С обратной стороны дома еще потом будут. О, акация выросла, надо срубить. А, тут же теперь лестницы нету. Нормально, да? Так, что ты тут у нас застроил? Ты выходишь смотреть, что строю там? Впечатляюще, ничего себе. Опа, отойди, золото. Так выглядело, как будто я через тебя сейчас перепрыгнул. А, золото с него не выпало, нифига. Ладно. Сейчас столько факелов мне надо будет сюда поставить, чтобы освещение было у меня. Так, первый стак кончился камнем. Столько ступенек хватило на этот слой, я уже думал, не хватит. А камень кончился в самый ответственный момент. В самый ответственный момент, да? Говоришь. Так, сейчас надо будет полублока взять, чтобы хотя бы, рано еще. Рано, очень рано. Так, опять булыжник надо закладывать сюда. Так, камень пока сюда растянем. Так, следующий камень стак. Камень растянем. У тебя булыжник нет случайно, а то у меня булыжник уже заканчивается практически весь. А мне булыжник тоже, но он плавится в печи. У меня тоже все плавится. Кошмар, у меня вообще ни шиша не осталось. Серьезно, я только выкопал, а вроде бы и нету и нифига. Только выкопано, блин, а нету ничего. Капец вообще, блин, прикинь. Да. Жесть вообще.
3,5 осталось у меня в инвентаре. Надо идти смотреть, что есть. Мне надо сейчас сундуки облазить мои. Боже, как я представлю, сколько этого камня мне сейчас надо будет. Нету, тоже нету, тоже нету. С этой стороны тоже есть окно в этом же месте. Что здесь есть? Так, темно, пошли спать лучше. Да. От греха подальше. А, вот грехи в данном случае это монстры. Так, все, я ложусь спать. Да. Продолжаем строительство. Строим. Очень много строим, да. У меня осталось вот вообще ни о чем ресурсов. Мне главное фундамент, чтобы, в смысле, на стены первого этажа хотелось, точнее, подвала бы. И фундамент этот. Ваше хватило на это. Кстати, получается неплохо, я тебе хочу сказать. У тебя? Да, у меня по чуть-чуть так. Ну да, не у меня же. У тебя. Когда-нибудь я закончу этот цоколь, точнее, этот подвал. Почему его цоколем всегда называют? Подвал это. Когда-нибудь этот подвал закончу обязательно. Так, последний стак остался. Так, досок акации. Да ладно, хрен с ним. Займемся, пожалуй, строительством пола. Возьмем 4 стака. Да, будет интересно посмотреть, какой ты дом построишь. Он, я так понимаю, будет не такой, как в том летсплее. А там какой-то маленький вообще у меня был, по-моему. Ну, не сказать, чтобы маленький, но он был довольно убог. Ну, нет, что, я тогда вообще не строил особо для красоты. Сейчас я прокачал свой скилл строительства. Блин. Так, сейчас надо вот так. Так, здесь что-то будет. Классно, уже стак один закончился. Так, ну, короче, где будет каменная стена, там уже можно, считай, ставить полублоки эти. А где нету, значит нет еще пока. Так, продолжаем строить, делать ступеньки. Строим, много строим. Скорее всего, камня на всю крышу не хватит из того, что есть на данный момент. Либо надо карьер начать все-таки самим раскапывать, либо, блин, надо это... Что-то думать уже насчет карьера, пора бы. Ой, а я опять неправильно стал строить ступеньки. Ты уже какой раз это делаешь? Второй. Так? Кошмар. 2 стака кончилось. 25 ступенек. Продолжаем ставить идти. А, лестница, блин, с этой стороны. Темно становится вообще, на самом деле. Ладно, сейчас эти уже доставлю, и все, и пойдет. Я считаю, что сейчас это поставлю. И пойду за камнем опять. Надо строить дальше. Опять кончились полублоки эти дебильные. Боже, какие они. Какие они дебильные. Нет, как они быстро заканчиваются, эти ресурсы. Когда такой домик строишь маленький.
Да блин, боже ты мой, а. Так, кончились пеньки. О, чуть не рух, чуть не рухнулся, блин, с земли. Должно быть 6. Почему? А, вон, блин. У меня алмазный меч есть, я до сих пор ни разу его не использовал. Это хорошо. Ну, наверное, да. Ну, вот я хочу потом найти книгу на эту, либо на эффективность, либо на удачу. Для кирки хочу сделать. Да. 8. 8 это вообще ни о чем. 8 чего? Для ступенек. Блин, ну где у меня факела, я найти их не могу. Ладно. Придется изобретать велосипед. А, во. Ровно стак. Хватит, я думаю. Так, блин, как... Тут можно посмотреть, как делать рамку? Как картина? Ага, шерсть и палки надо для картины. А для рамки что надо? Нужна, для рамки нужна кожа, а кожи у меня нету. Я выбросил кожу. А у меня где-то, по-моему, есть в сундуке, сходи посмотри. Рамки мне бы две не помешало. Так что и кожи, соответственно, надо две. А, у тебя три их, отлично, благодарю. Значит, можно сделать рамки. А в рамки, надо будет вставить эти часы. А ты что, часы уже скрафтить успел? Нет. Пока нет. Нифига у тебя там, кстати, дом-то получается неплохо. Интересно, у тебя лестница где вообще? Наверх. На какой верх? А, вот она, лестница наверх. А здесь где вообще? А, здесь вот она. Блин, здесь прям лицом бьешься об стену. Ну да, немного. И здесь башкой бьешься, когда спускаешься. У меня будет сейчас более все продумано. Ничего, дом зато красивый получается. Да. Да уж, я, блин, который все роюсь где-то внизу там. Ура! Так, камни есть. Продолжаем строить. Палочек все равно не хватает. У меня есть в сундуках где-то. Да я сам делаю. А палок для чего? Для лестницы? Я имею в виду. Для рамки. Для рамок. А, для рамок. Что-нибудь воткнем в эти рамки потом. Норм настрой. Все, камень закончился. А, еще 13 штук есть. У меня вообще ни шиша нету. Все. Опять, а, не, фух, еще 18 штук есть. Ой, я почти закончил стены подвала, почти. Сейчас, блин, сейчас ждать долго пока. Хотя можно пока за полублоками сбегать. Так. Оба, еще золото бегающее. Пеник. Да, Андрей у нас устраняет циклопов, нашествие циклопов, а они все никак не исчезают, не уходят. Камень крови выпал, что из него можно сделать? Я его в сундук положу пока что. Из циклопа выпало что-то новое? Да, из циклопа выпал. Обалдеть. Классно, у меня осталось вообще нифига. Булыжник кончился, можно сказать, весь. Классно, классно, классно.
Так, до конца первого этого. Первой До половины конца крыши маршрута. осталось довольно немного, но мне надо еще булыжника копать. Ну-ка. Как бы допрыгнуть до туда. Ой, как бы допрыгнуть до До леса. конца маршрута осталось 100 Ой, метров. блин, я упал. Ха. А у меня почти, почти, почти. Блин, 22 блока всего лишь камня есть. Блин, жалко, метки эти. Можно как-то выключить маркеры Выключить в можно. игре? Выключить все. Вот теперь они не Маркер будут смерти мешать. можно выключить. Вот это вот на О. прибишечку пойдет. Место. Не знаю, зачем я тут вообще проход сделал, ну да ладно. Так, опять полублоки кончились. Ой, кобальт! Пора использовать алмазный меч. Земляные осколки, они мне не нужны вообще, нет. Коблин. Не кобальт. Коблин, да, точно. А, это ты пометки угловые сделаны для карьеры. Хорошо. Да, не трогай их, пожалуйста. Конечно, нет. Мне Сейчас нужно. возьмет стырит, блин, да? Нет, я просто булыжник не надо накопать еще. Так, вот здесь вот надо бы сейчас освещение поставить, что. Я не знаю, сколько у меня будет светлый подвал на А, нет, самом туда деле. копать дальше не надо. А, это я копал здесь. Я, Железо. кстати, почти закончил с подвалом. Каков молодец. Ура, пол готов подвала. И в смысле, потолок подвала, так сказать. Я, конечно, хоть и начал позже, но я так это прям быстренько так строю еще. Уголь. У тебя нету булыги, да? Кого? Получается. Булыжника же нету, Мне он самому нужен сейчас, я его копаю, сижу. сижу. Мне кажется, ты стоишь. Стою и Стоишь, делаю, шуршка, да. точно. А вместе с ними еще и уголь копаю здесь. А где-то посередине факел, да, надо? Красота, по-моему. Так, сейчас, погоди. Да. Отошел, наверное, куда-то. Еще копаем. Так, вот здесь накопаем еще. Еще. Пока, наверное, хватит. Возвращаемся обратно домой ко мне. Бегающая кошка. Что ты там говоришь? Да, чтобы молчания не было в кадре, говорил что-то. Так. В принципе, подвал мне нравится. Сейчас посмотрим подвал твой. О, Рано еще. скелет. Отведай-ка силушки богатырской. И с него ничего не выпало. Замечательно. О, зомби. А уже монстры Есть. на нашу территорию заходят, блин. Ну-ка Так. посмотрим. Впечатляюще, ничего себе. Еще бы Блин, не было красивый подвал. впечатляющее. Слушай, да ты прям гений Насчет чего? подвала.
Звучало сейчас немножечко двусмысленно. Так, по-моему, должно этого Не, количества ну будет почему? хватить. Мне понравился подвал твой. Красиво, красивый подвал. Ты прям гений. Так, Гений. давай. Давай спать, все. Гений. Пим. Давай. Так, сейчас иду в спальню свою. Блин, монстры рядом. У меня Прекрасно все просто. нормально. Тут, короче, паук. Надо избавиться от паука, который возле моего дома находится. Ой, боже. Где он? Он, по-моему, лезет по стене где-то. Нормальный паук такой. В гости ходит, значит, ты чё? А где он? Чё-то он на мини-карте здесь, но я вижу. Неужели он на крышу залез? Сейчас Сейчас проверим. прикинь, да. Если он на крыше, я просто обалдею. Он на третий этаж забрался ко мне, прикинь. И действительно, он рядом со спальней находился. Все, я заснул. О, все, обалдешь, все, я тоже сплю. Надо скорее доделывать крышу, чтобы пауки не забрались туда. Так, а мне надо опять за темным дубом чесать. Мне нужен... Ой-ой-ой. Так, этого я не хочу видеть. Да, как у нас там часы крафтятся? Так, мне два крипера поджимать начинают, слушай. Это у нас сезонные часы есть. Видимо, поставляются с модом на часы. Ой, это сезонные. Ну да, они сезонные. Для них нужен Nether кварц. А для обычных часов что нужно? Так, спасайте мою жопу, пожалуйста, люди. А, малой за мной чешет. Ну, сука. Все рецепты. А, это то, что можно только. А... Обычные часы-то где? А, вот они. Для него нужен редстоун и 4 золотых слитка. Боже, как же сложно этой И сложности. золото я, кстати, собирал, но, похоже, оно сгорело в лаве. Молодец, строй дальше. Так, О, у тебя золотишко тут есть, я 4 штучки возьму. Ладно, я тебе разрешаю. Но в обмен ты должен мне темного дуба. Как скажешь, ладно. Выгодный бартер, ничего не скажешь. Мне именно древесины требуется. А где же? А, древесина. Значит, надо несколько деревьев срубить. Ну, я каркас изначально собираюсь только выстраивать из темного дуба. Так, а остальное будет из... Так, вот с этой стороны я рассчитывал на спуск. Да, ну ты более красивый дом построить, похоже, решил, чем я. Решил перещеголять меня, я смотрю. Ага, начав с размера дома, да? Ну. Да. С того момента, как я увидел, насколько огромный подвал у тебя. А что тут такого маленького? Целый дворец построить решил, что ли? Ну, это вообще, по идее, маленький дом. Обалдеть, почему я здесь не был? Тут, 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 рядом с, тут рядом с моим домом ущелье, оказывается, есть. Так ты вроде говорил про ущелье, что он там где-то рядом есть. Мы поэтому и поселились, по-моему, рядом. А, это до того, как мы начали записывать, что ли, первую серию? Вроде бы как бы да. Мы я поэтому что-то здесь не припомню так. Просто. Не припомню, если честно, этого уже. Ты прикинь, да, сколько времени прошло? Мы здесь поселились, мы изначально шарились по карте. Просто подыскивали место, где будем начать. Где основная локация у нас будет. Ну и что, мы еще нашли уже. Значит, мы крутые. Да. Во, балдеж. Может, краба убить. Ну вот, возьми и рискни здоровье. Это обычный так, крабик. Ответы-ка силушки богатырской.
Ай, больно бьется. И хп. Так, сейчас, Ой, кстати, и ой, они погиб. Вдвоем на меня пошли. Тут два краба. Ну, потому что на них выпендрился. Вот и все. Ай, больно. Больно, 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 больно. Ай, больно в ноге. Да блин, я не успеваю ударить по ним. Пошли в жопу. Хорошо, что они бегают. Хорошо, что они не умеют бегать. Ха-ха, оторвался. Так, дуб-то где мой? Уходи ко мне, я дам. Скидывай дуб, я сейчас схожу за камнем своим. Мне надо камни взять. Так, ты там где? Вот, все вижу. А, редстоуна-то у меня нету. Очень спасибо. А редстоуну есть у нас? Да, у меня есть. Одна штучка нужна. Слушай, создай тогда это еще красный факел, пожалуйста. Сразу. А зачем? Один красный факел? Штуки 4, по-моему, надо. Да, 4 штуки. Тогда мне надо 5, тогда 5 кусочков надо мне. Ну, как раз 5 палок получается, вот. А, нет, мне факел это красных надо 4 сделать. А редстоун... Редстоуновый факел он уже в этой версии называется. В старых версиях он назывался. А раньше красный факел, да. А ты не мне скидывай. Ладно, фиксим. Пусть будет. А, меня. Так бы сразу и сказал в сундук. А что тут плавится? А, ты тоже булыжник себе плавишь, прикольно. Так у меня только он и плавится, Макс. Да, я вижу. О, 1,5 стака за дуба. Очень спасибо. Видишь, как бы. Так, вот часы. Ну так, тупо украшение просто. Часы. А это сейчас чучанг перезагрузился или чё? Чё-то, по-моему, каким-то... Чё-то, по-моему, как изменился цвет, по-моему, тебе не кажется? У травы. Нет. Вроде мне что-то показалось. Может, это погода так меняется? Фиг знает. И что-то деревья, по-моему, коричневыми стали, а не оранжевыми сейчас. Ну, может, сезон сменился. Может, сезон сменился, но, по идее, зима должна быть. А я зимы-то не вижу. Никакой. Ну, может, будет сейчас зима скоро. Да. Оп. Классно, у меня вообще дуба ни шиша не осталось толком. Только я пока не знаю, где будут окна у меня, вот в чем беда. Пока. Что? Решишь. Пока что надо здесь везде ставить опоры. Перещеголять, конечно, вообще. Ну да, перещеголять, а чё? Блин, можешь ещё пристройку сделать, а к дому? Зачем? Не знаю, просто. О, ровно хватило, хорошо. О, между домом прям темную дупу ещё имею. Классно. Так. Так, 32 штучки. Да, действительно, сезон сменился. Изменился сезон, но зимы что-то я не. Зимой совершенно не пахнет. Абсолютно. Надо, как будто земля просто высохла. Как будто пасмурно просто стало и холодновато чуть-чуть, но никакого снега, ничего нету. Так, надо костей намутить.
Блин, не, тут неправильно ступеньку поставил. Опять? Она в Ты прям видео, мастер, она блин. угловой поставилась. Так что сразу Макс это ступеньки и тогда ставит? Да уж, надеюсь, что мне хватит пока что всего этого материала. Тут еще чердак сделать можно будет. А И в я про прошлом то летсплее, планирую. и в том я чердак делал. Зачем В этом, тебе? да. Вот смотри, у тебя получается подвал, три этажа, два, в смысле, этажа, и чердак еще, нафига тебе, или три этажа будет, плюс чердак. Этажа 3 и чердак. Мощно. Правда, зачем, непонятно. Ну, раз место есть... Ну, когда в прошлом летсплее делал дом, такой смотрю, раз уж есть место для чердака еще, то почему бы его не сделать? Логично. Я там сделал уют, и помню, я там сделал уютное место для ночевки. Меня, короче, уже заколебало, я сейчас саженцы буду топить в печке. Столько этих саженцев у нас, не знаешь, куда их девать уже. Все, саженцами буду топить в печи. Заколебало на меня. Так, камень пусть будет у меня. Что скоро может Хватило. потребоваться камень. Очень быстро наступает ночь, блин. Наступает ночь. Да, строительство дома это сложный процесс. Ну да, это уже какая серия? У нас А 12, начали, а по-моему. начали, а начали, а строительство началось с третьей серии этого дома. Ну, так ты-то свой строишь, а это вот свой начал только вот буквально когда. Я рассчитываю быстрее тебя, на самом деле, начать и построить, точнее-то, закончить быстрее тебя планирую. Закончить Дом. быстрее меня ты вряд ли уже успеешь. Ну, зато в плане, что по скорости Давай поспим. строительства, скорее всего, быстрее. Поспим и серию закончим. Сейчас. Уже 37 минут. Нифига себе, у нас серии длинные начались. Да. Давайте 200 лайков и часовая серия по Майнкрафту. Так, все, сплю. Отлично. Так, что, все, завершаем серию? Да. На сегодня закончим с вас и господ нас эпичный видос. В следующей серии, может, уже даже доделаю я крышу до конца. И займусь третьим этажом и чердаком, и дом будет, собственно, готов. Подписывайтесь, с вас лайк, подписывайтесь на эпичный видос, подписывайтесь на стрим, канал, логу, канал Спадиру ВКонтакте, и всем пока. Пока.